И мы снова с вами сегодня вечером, ДФС с Мишки Гами. Восьмой сезон лиги от портала generals-h.ru. Так. Ну что, ребятушки? Ой-ой, что-то я такое нажал. Вы еще готовы смотреть стрим с СПЛем? Кто готов? Ставьте плюсик или пеку. А что, StarCraft 2 TV не заработал? Слушай, ну не знаю, можно посмотреть. Давай чекнем. Там-то пеки можно ставить. Тут-ту-ту. СК2 ТВ, сейчас проверим. Так, проверяем СК2 ТВ. У меня все так же. Не хочется. У нас постоянный зритель появился. Циклопий. Он пишет, что все стримы смотрят. Я не знаю, SK2 TV не работает, друзья. Что делать? Ума не приложу. Напишу какую-нибудь заметку на SK2 TV. Так, ну что? Какую карту мы СПЛ предлагаем первой, Мишки? Ну, против танка это самое... А СПЛ нас слушает, кстати, нет? Ну, как бы, давай будем представлять, что нет. Ну, если представим, что нет, то нам выгодно брать карту побольше. То есть, против танка так катать на маленькой карте нюком, это плохая идея. На маленькой карте. Вот сейчас вот Frog Prince бы самое то было, мне кажется. Ну, давай предложим. Так, и что мы на фроге делаем? Фас-пропаганду, наверное. Что еще? Фас-пропаганду? Как, впрочем, и он, да? И что будем, что будем делать, когда две пропаганды в фас встретятся? Да мне кажется, нюк-то по приоритетнее тут. Ну, в смысле, получше будет. У него и оверлорд, и пушка есть, и хеликсы. Подешевле. Слушай, ну у тебя вот есть раз предложение по поводу того билда, который я вот делал с фас-пропагандой? А слушай, а давай попробуем ядерные миги. Все-таки. Сегодня вечером-то надо их сделать. Думаешь, именно против СПЛ, да? Думаешь, они... А танк, по-моему... А что контрить у танка ими? Медленных этих императоров? Так а там вряд ли императоры-то пойдут. Там БМ лычковые получше, я думаю, будут. А их уже, считай, столько опыта за них дадут, сразу за ими бомба будет. Ага. Ну давай попробуем. Блин, ну это надо в обороне играть. Ты же понимаешь, что я вообще. Не, вот ты с Криси играл, так у тебя же дофига денег было, ты мог сделать. А тут считай, танк тебя меньше будет напрягать. Ну как деньги есть? Там ты, наступает момент, когда ты что-то сделал, пошел, слился. И получается деньги идут, как бы, потому что сапплай не тронуты. Но ты при этом. Че, как бы? Ты все уже вне игры, ты проиграл. Я даже вот не хочу ничего для защиты строить. Думаешь, танк сможет агрессивничать? Ну, дракона разве что пустить. Кстати, да, ты прав. Дракон-то может пустить. Да. Ну и, конечно, то, что нам надо делать БМа, да? Чтобы не умереть быстро и счастливо. Че, думаешь, Ликса стоит ждать? Да слушай, я думаю, да. Я думаю, вот сейчас ты БМ это заказал, опасности от Ликса
попуще будет, чем от дракона-то. Ну давай сейчас два ликза заказываем. Вон дозер едет в центр, что-то меня хочет, видимо, поработить, я не знаю. И Гаттл едет, поэтому там, видимо, что-то... Два завода, наверное. Классика. Два завода. Или тоже фаст-пропаганда, как ты говорил. А, ко мне пост едет. Да что ты будешь делать? Меня тут это... Спойлерка что-то подразводит. Жестенько. Ты бы траки наоборот. Ну хотя, можно было их просто к посту в упор подвести. Тоже хороший вариант. Ой, меня Гатла убили. Как он там оказался? Что-то я вообще кораблю. Да ты пока при своем ведь. Я не понимаю, это мой дозер или не мой? Нет, мой. Только ты их близко поставил за воду. Да я вообще что-то этот дезориентирован. Не могу понять, что происходит. Меня сейчас это будут убивать. Вот в чем проблема. Мне командник. Покупают во всю. Черт, меня тут что-то вообще разводит. Я не успел продать, прикинь. Ну а что думаешь, Таркон-то успеет оттуда выехать? Вряд ли, наверное. Мне что-то это... Мы сжигали тут. Ничего не понимаю, что происходит, прикинь. Не, ну пока ты отбился вроде. У него там, наверное, два завода и пропаганда уже. Сейчас в центр едет он тоже. Центр, да, едет? Ну черт. Сейчас что-нибудь. Так-то бы Лексаба построить кому-нибудь. Готлов-то купи сам. То... Тоже можешь Хеликс прилететь. Так, ну ладно, вроде тут порешали проблемы локального характера.
Командник, поди пора заказывать. Повышение тоже готово скоро будет. Да. Прав. Опыта дают. Солидно за танки-то. Иди, кстати, прилетел. Какой молодец, а. Listen very steady. It is time, Overlord, moving. It is time. I will crush. What do you mean? Frequency jammers on standby. What do you mean? I will crush. What do you mean? Так, ну вроде он копает-то не больше меня. Все. Вся надежда на это. Как но тут... в центре это пусто? Нет, там это supply добывается. Вот, его надо уничтожить и все. Вы на равных будете. А он вышку-то тебе уничтожил, нет, Феликса? Нет. Ну блин, я лотоса потерял зачем-то. Грейвер, это на патче лотоса. Ой, радар сразу дают с командником. Без грейда. В чате спросили просто. Что-то командник построил, и сразу радар появился. Так, надо ехать. Саплая занимать. Ты бункерок тоже поставь там. Чтоб не так легко было штурмануть ему. Там пост едет, какой молодец-то, а? И у него император тоже. СПЛ сам же дал совет, помнишь, что в нюк мирах, да и вообще, когда оверлорды есть, то и СМ-ок побольше надо строить. Ты тоже не отставай в этом плане. Только он тебе что-то продал. Опять у меня мины не сбросились, да что такое-то, я же нажал. Лол. Жду главное, сражаюсь. Ты всю группу отдал. Но. За просто так. Грустно как-то. Ты б хоть ковровку кинул. О, в чате тоже ругается. Кидай ковровку, будь мужиком. Сейчас уже поздно кидать. Нет, ты своими войсками-то как раз на ковровку это спровоцируй. Ты просто сам уехал, и он дальше поехал. Куда она упала? А, ты даже не бросил? Я думал, ты бросил. Сейчас тебе Хеликс вообще по красоте это сделать. Да. В центре, да. Чтоб сейчас. У него там готлов-то почти нет. На краплях у меня уехал оверлорд.
Где? Не вижу. А, фига себе. Так он там и БМов завалил. Считай, трех БМов с автозарядкой там. Это хорошая тема. А, Лотоса отдал, ну я вообще креветка. И пушку Кэнон отдал. Нехорошо. Ну хоть оверлорд обесточил. То хорошо. Вот тут сдался. Вот Хеликса вообще не хватало тут. Он бы всю группу зарешал. Да, согласен. Да, ГГ. Так у тебя же Эйми там. Или думаешь, все уже? А, у тебя командник забрали. Угу. Так, у нас что-то плана не было на игру как танка напрягать там в начале. Он просто как поехал, мы все время защищались. Так, такой план-то и был. Делать пропаганду, отбиваться, потом делать оверлорды, ядерные пушки, хеликсы. Или не знаю, почему так не получилось. Брак он хорошо поставил. Там что-то время на это я потратил. Ну, мины, конечно, тоже подвели, блин. Я не знаю, что делать. У меня почему-то не кидается повышение с первого раза. Нажимаю, а они не кидаются. С чем связано, не знаю, в какую сторону копать. Игры или мышки. Так, карту. Вторую карту. Какую будем карту ставить? Ну, финал Crusade. Она маловато. Там можно тащить танком-то. С виду интензаводом, если особенно. Да. Че, большую просто ставим? А думаешь, какую, например? Ну, допустим... Силент Ривер. Так а че, может, на Лейпзиге? Продолжить вброс. А то, помню, циклон-то раздувал, когда танк против нюка там. Там как раз игра была на Лейпзиге. Он тогда сказал, что танк посильнее будет, нюка там, пусть и пространство большое. И игра, кстати, со спейлом была. Тогда. А чё мы тут как будем за вышки-то бороться? Так может, завод плюс барак? Ну, может, он тоже хлеборезить будет, или чё? Так в том-то дело, что хлеборез, когда она не сканает, я точно так же могу её первым боевым с этим законтриджить. А, знаешь, что попробую? Может, барак и хеликс? Барак и хеликс? И разъезжаться дозерами, чтобы сапплай строить. Хеликсом-то танка хорошо можно надеять вначале. Надеюсь, спейл-то не смотрит сейчас стрим. Да нет, он сказал, что выключил. Так. Ну блин, если 4 вышки отдадим, это же вообще будет капец. Да не, с хеликсом-то там хорошая поддержка будет. То есть, считай, с барака сделал в центре хеликсом, помог захватить. Ну там выйдет гаттл и чё в центре, и выйдут борды захватывать, и чё ликсом делать. Ну гаттл-то один-то ты. Там же не два завода будет. Один гаттл ты убьешь, завод тоже убьешь. То есть ты предлагаешь фаст лик, да? Ну давай пробуем. Ликс плюс захват. Окей, добро. Подожди, а делать захват-то до? Не, ну и ракетчиков. Два барака, думаешь, стоит? Но тут выхода-то нет. Ну попробуй два барака в центре и ликс на базе. Вот так вот.
Ладно, давай пробуем. China have been generous. I build for China. We will live in prosperity. Building a Chinese empire. We will live in prosperity. China have been generous. We have big plans. Let's build. Construction is complete. Мне кажется, ты близковато барак-то построил. Возможно. Им бы проехать подальше. И дозерами потом ехать одним на один supply, вторым на другим. Так и сделаем. Так, 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 так. Главное, чтобы два Гатлана целенаправленно не удивили. Будем надеяться. Ну чё, это, погнали. Ну, у тебя уже, слышу, бункер готов. Готовится, точнее. А-а-а, Поджик едет. Вышки сжечь. Зараза какая. Где едет-то, куда? В центре. Так, молодец какой. Главное, чтобы вышки не сжег. В таком раскладе, если он сам поехал на два суплая, то это плохо. Завод-то где у него? Откуда Поджик-то поехал? А, вы спалил самого Хеликс там? Да, причем непонятно, как, не готовый какой-то. Хитрец какой. Ты главное завод сейчас убей. Блин, так ты не убил ракетчиков-то. Ай-яй-яй. И Спейл не успел в здании оставить Гатла. Да. Гатл едет такой, красавчик, главное. Все, так ты вышки-то захватываешь? Да, захватываю. Все отлично. Ну, я только две захватил. Ну, это уже хоть что-то. Я бы сейчас вообще еще хеликс сделал, я бы сразу троечку сделал. То есть два бункера и с лечилкой. А ему сейчас дилемма, либо красный хеликс гнаться за ним, либо это... вышки отменять. Нерешаемая проблема для него. Чувствую. Он выбрал ликс, охота за ликсом. А он вообще на сапай поехал. А кем поехал Гатлом? А, все вижу. Минки-то быстрее заказываются -то сейчас. Тоже хорошо. Ой, Гатл на минках подорвался. Молодец какой, а. Сейчас вообще вот отменить ему суплай и вообще все в твоих руках сейчас. Че он там на базе, с чем он останется-то? А, и у него самого Хеликс прилетел. Вышки убивать. Ты ему помешал там, да? Кто кого убил-то? Там Гатл уехал. На это. На минки. А, мне отменил, блин. Гатл забрали. Ready for action.
make it worth my time. Let's build. We are the Red Guards. Raise the red flag. Дикс там старается вовсю, мне вышки убивают. Какой молодец. Так а ты останови. А, так ты все вышки отдал. Ну ладно, хоть фланги твои, то есть боковые суплаи. А то все вообще бы грустно было бы. А чё, первый-то Хелиц у него живой еще? Да. Так, и я остался, получается... С двумя сапплаями. С тремя против одного. Да, ну сейчас я не знаю, как его туда выкуривать. Ну, надо, видимо, просто потерпеть, да? Так у него, смотри, пропаганды-то нет. Ты бы мог сейчас два завода и плюс хеликс и задавить. У него же там что, готлы и один хеликс. Больно стреляется, зараза, а? Даже что такое-то у меня? Отдаются, да? Бикс это зачем-то, непонятно. Ну ты не спеши сильно-то. Сегодня не спеши, Дима, да? Ладно. Не, в смысле, сейчас это время тебе на руку играет ведь. О, ну да, надо не спешить по-любому. Ну он сейчас должен куда-то, видимо, наломиться. Да как с чем он там наломится? Готлами это задание все равно долго убивать будет. We're going to ruin somebody's day. Keep the cylinders oil. I have ready for action. Give me a job. Keep the cylinders oil. Need a bullet barrage. I'm going to make it ruin my gun barrel spinning. Keep the cylinders oil. Okay, here we go. Ready for action. We're going to ruin somebody's day. Жестко тут замес пошел. Ну и что, ты-то в плюсе, нет? Ну, вроде как, да. Ну, вроде у меня тут все норм. Угу.
А, только я лица походу отгублю. Прикинь, мой ликс упал на его филд, короче, и походу его убил. Что-то мне еще пока не вижу этого. ГГ. Да. Порешала статешка. Так, сейчас будем смотреть, какая карта из поля третья. Один-один. Тащим потихонечку. Ну а за что, по-любому выиграть сегодня кого-нибудь? Как считаешь? Так, 1-1. Так. Подождите, такие мишка. Я думаю, что мне StarsMe, короче, наяривает в Skype. 100 сообщений. Мне некогда читать. Это наверное, есть Лил Миша, по ходу дела. Угу. Вас затроллил. Вас StarsMe затроллил всех в чате, оказывается. Так. StarCraft 2 TV все еще не работает. Вот так вот. Он в прошлый-то разработал или так же был? Такой эффект он был, но он как-то там проходил от чего-то, а сейчас я не знаю, упорно не проходит. Может что-то поменять надо, что-то. Может настройки какие-то изменились, а я не в теме. Так, StarsMe меня атакует. StarsMe, давай потом это обсудим, там какие-то вопросы. Сейчас пока некогда вникать. Слишком много написал. Много букв нельзя никогда стримеру писать. Он уже может начать сесть читать. Так, карты смотрят у нас СПЛ. Сейчас что-нибудь маленькое. Даже не знаю, например... Южная Америка, говорит. Америку? Да, и на Южной будем играть Америки. Так. Новая карта какая-то. Но он хочет южную, не знаю, я ему северную поставил. Так, ну давай придумаем. Тут что он будет? С двух заводов меня, да, атаковать? Да, ну ты помнишь, как я на мировой серии это делал? Два завода, как Руиз сделал. Руиз. Это как? Ну-ка напомню. Да. А, ну, два завода сразу. Второй сэплэп, а позднее чуток. Вот так вот. Но, нет, так он нас думал, то же самое будет делать. А мы как его так одолеем? Нет. Это он так делал, а тебе... А тебе не знаю как. Не, ну можно тоже так же два завода поставить. Но можно завод и Хеликс. Завод и Хеликс. С ракетчиками. А мы же можем не побороть два завода спам-то тогда. Ну какие у тебя варианты? Может быть... Так, фаст пропаганда. Так а ты успеешь что-нибудь построить? Оверлорд-то не выйдет. Ну тебя да, тебя быстрее танками заспамят тебя уже. Я думаю. То есть ты все-таки за ликс и за завод, да? С одного саплая? Да, и потом дозерами в объезд и ко вторым саплаям. Ну давай, окей, все, поехали. We have big plans. A big for China.
что, командник-то продаем? Нам, конечно. Нам мы же по факту олыним сейчас. Ну да. Так что надо продавать. Ругаются в чате, что нужно было Южную Америку ставить, а мы-то на Северную. Да. Я вот думаю, надо поехать первым, наверное, этим поразвлекать СПЛ первым постом. Как ты смотришь? Или считаешь, БМ все-таки все равно сильнее? Я думаю, пост получше будет. Вообще-то он сам БМ выпустит в расчете на Даргон для твой БМ. То есть пост его встретит. Я, представляешь, забыл заказать себе этого рака. Ты дозером еще собери эти ресурсы там у... Ну, справа там. Я не помню, где справа. А там сотня лежит. Просто ты как раз в объезд поедешь ко второму суплаю. Короче, я за все завтыкал. Там БМчик едет. БМчики поджиг. Какие молодцы, а. Ну, а ты сейчас ты фас пропаганду бы сделал бы. Тебе бы сейчас дали прикрыть. Если бы там БМ и поджиг был бы. Точнее, при таком раскладе. И три готла едет на меня, представляешь? Он тоже полын, похоже. Если три готла уже и такие войска есть, то второго суплая, похоже, нету. Худо дело нас продают сейчас. Ты прибереги БМ это. Так в смысле... нас жгут. Да, нас продавили, короче, представляешь? Хеликс. Нет. Надо было в объезд лететь, все-таки, да, наверное? Или пост оставить на базе. Да, с постом надо было защищаться, действительно. Была главная ошибка. Да, зачем ты захотел в атакующего поста сыграть? Было ни к чему. Да вы что-то побоялся дракона убить БМом. Не знаю. Это ж тебе не скорбь. Понул. Да. Да, ГГ. Действительно надо было дефендиться лучше. От него тоже было лым. Сейчас глянем, как это выглядело. Ну, у тебя второй-то суплай мог еще строить там. Ну, ладно. Да, два завода. Ну, саплая, три готла, БМ. Надо было спокойно встречать постом. Ну, он, наверное, так и подумал, что такую стратежку будем делать. И ликсом неправильно я воспользовался, потому что я вот даже хотел его просто оставить, и не получилось. Через весь экран гатл стреляет по ликсу. Надо было лететь и мейн в размен лететь. Действительно, мы бы у него забрали бы там... заводы бы, траки, спокойно бы развились где-нибудь на боковом саплае. Да, глупая отдача ликса. Да. Потом можно было просто, не знаю, получается. Наверное, даже два бы БМа хватило бы, наверное.
Три, три, вот вообще нормально было бы. Угу. Ладно, СПЛ взял свою игру.